еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка, пробой. Сколько маков? Это или анемоны, или маки, непонятно. Так, моя компания там уже вперед ушла, у нас съемка сегодня. Мерлина с собой взяли. Там он с Дашей впереди идет. Тут море! Это да! Я не знала, просто его ж не видно оттуда. А там какие-то птички ходят. Реально классный мир. Классно. Да, только, конечно же, я дорогу хрен запомнила. Я в эксплуатацию мужа своего, если сюда. Я уже по его лицу поняла, по обреченному, когда приехала. Он такой печальный сидит. Рыбадан начал опять, да. А чего? Да я нормально. Привык уже. Какой за песочек? Песочек. А я все думала, где у нас песчаные пляжи? А вот песчаные. А у нас все в Атлите есть, гораздо ближе. Песчаный пляж. Ну вот на песчаном пляже мне холодно. Холодно, сейчас кофточку застегнем. Давай я застегну, Даш, там замороченная эта штука. Как вам местечко? И чем? Ну подумаешь, палец сломала. Упасть в яму или выбраться? Да нужно смотреть всегда под ноги. На эти можно упасть. Короче, мы всегда с тобой оказываемся у моря, походу. В любую съемку. Потому что ты в Израиле. Ну здесь мы тоже на море. Здесь мы не упадем, потому что мы ходим на камни. Зеленая штука. Вы нам главное скажите, где нам быть, чтобы вам не мешать. Давай и в кадр не попадать. Вот здесь хочешь, на этом камере. Давай видите, снимем сначала. Мерлин, сюда иди, туда не бегай. Там Даша фотографирует. Как же нога болит. Нога болит? Да. Идем в ту дырочку. Нет. Что там? Вот это маленькое помещение админа. Нет, это не помещение админа, так. Давай мы. Ну давай все-таки пойду туда и проверю, что там. Что давай там? Ты в дырочки не будешь никакие ты слазить. Разрастаем то место, куда все уже идут. Походу в этой. Дырочки можно пронять, если висесть. Зайка, тут дырочки никакие нельзя пролазить. Можно застрять. Да не застрять.
Видишь эти большие домики? В них легко можно залезть или плыть. Вот. Видишь, например, мячик туда смог залезть. Мячик маленький. А ты большой. И мы все равно туда пролезем, если присядем. Песен еще не написаны сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Потрясающе. И вот там сейчас будем снимать. Я надеюсь, мы сегодня все успеем. Такой марсианский пейзаж. Иду побросаю камушки в море. Только не лезь в кадр туда, ладно? Красота! Дрон запускаем! Беременный оператор наш бегает! Красотка! Ребенок у меня уже искупался весь по колено, по локоть вообще. Да, Соника. Да. Я наснимала уже.
красоты. Там какие-то самолеты летают. Мэрилин, ты там? Мэрилин, иди не мешай. Иди сюда. О, Мэрилину дали посмотреть в экранчик. Классно, да? Ты чувствуешь себя птичкой? Мне надо сумку складывать уже свою. Моя фотосумка, объективы. Мои объективы 50 мм, 135 мм, синхронизаторы, вспышка, вспышку не выключила. И широкоугольный объектив, иди сюда, Мэрилин, не мешай. Широкоугольный объектив у меня сейчас здесь так, стоит. Теперь ложись на камень. Да, супер. Смотри на коптер. И выше взлетай. Стали в космос? Да, космос, космос. Зайшка, иди сюда. Ты весь мокрый котенок. Это сказали, выше, что... Выше сейчас взлетай. Взлетай, взлетай. Видишь, он сказал, что в космос нужно взлететь. Да. Так, мне надо подсъем. Да, там птички летели. Да. Косяк птиц летел. Тю. Уже весь мокрый, как свинья, ясный. Покажи себя во всей красе. А ты можешь потанцевать? Какой танец? Танец шалуна. Но не умею. А как ты лазишь? Как? Это такой белый кинопласт. Ой, смотри, сейчас птичка вылетит. У меня есть камера.